Да, шикарный был забив. Жаль, Клёпу первую ебали. Слышь, бля. Она быканула или не показалась? Надо будет ей лося пробить. О боже, я в ахуе. Да, неплохо мы размотали этих чертей из Хэллоуин. Мы ж не пили, что-то расположилось. Это я по привычке. Обычно нас на драках ебут, а тут мы впервые использовали совет продюсеров и использовали ножи. Я знаю еще несколько поколений, которые на районе себя как шавки ведут. Надо их тоже всех отпетушить. Фу, бля, я аж завелась. Давай, дорогая, кто тут самая пиздая? Я тут самая пиздая. Кто самая охуенная? Я самая охуенная. Так, а сейчас легкий спарринг. Давай, в натуре, как Рокки. Вперед, сейчас будешь уворачиваться от моей фирменной вертушечки. В атаку, ебать. Стоям. Сейчас тебе второй глаз пробью, он тоже стеклянный будет. У, все, псина, сейчас я тебе под хвости пробью каблуком сатаны, блядь. Let's go нахер, Сабзиру, я пришел отомстить за сына. Украина, цейвро. Бля, почему ты всегда в зубы бьешь, мать моя псина? Ты как после моего апперкота еще не в коме, кстати? Я поняла, короче, почему мы всегда на забивах отсасываем. Почему? Мы просто ведем себя как Давидыч на ЧБД. В смысле? Нас ебут, а мы не вкуриваем. Все, я тоже вглотнула. Короче, сейчас мы будем тренировать психологические атаки на соперника. Обычно это все шутки про мать, плоскую задницу или про твою мать с плоской задницей. Я не поняла, мы уже начали? Одна из самых распространенных техник. Противники Майка Тайсона всегда были в ахуе с того, что он 3 раза сидел. Он еще до начала боя давил на противника психологически. Ты предлагаешь откинуться с зоны? Да! Смотри, я сейчас тебе покажу, как я научилась делать подсечки. Хуя, бля. Там что, мою устрицу видно, что ли? Да не, я просто думаю, что эта поза будет тебе полезна не только в драке. Ну да, такую хуйню можно еще на уроке хореографии исполнить, чтобы все зеркала потрескались. Итак, дамы и господа, сегодня мы официально открываем псину из Хололайва. Первые 7 минут бесплатно, а дальше будет сниматься плата за использование нашего аттракциона. Девиз нашей компании, кто последний, тот и папа, так что я не я, да и жопа уже не моя. Короче, блядь, новая локация, новые техники удара. Ты что творишь? Да, блядь, я покажу сверхудар, после которого Макгрегор сразу карьеру бросит. Стой на месте. Бля, страшно. Есть пробитие. Бля, жопа отделась. Бля, тебя, мразь. Наруто! Твой папка, видимо, был такой же меткий, то-то, я думаю, у тебя сестер нет. Короче, смотри, я поняла, в чем твоя основная проблема. В том, что я плохо держу удар? Нет, в том, что перед забивом ты постоянно орешь, пацаны, не бейте, лучше обоссыть. И еще тебя все сдают по кликухе пес. Это потому, что я когда ссу лапу поднимаю? Нет, это потому, что ты постоянно зубами в кости цепляешься. Видишь, я до сих пор хромаю. И что делать? Как шо? Применять все полученные за сегодня знания на практике. Let's go! Тоби пизда, тоби пизда, тоби пизда! Слава Союзу!